Приветствуем всех миром Господа Иисуса Христа. Мы начинаем наше служение, служение Христианской Церкви Маранафа. Сегодня понедельник. По понедельникам мы прославляем Господа на наших служениях. Хотел бы поблагодарить всех тех, кто смотрит наше служение на нашем канале на Ютубе, и все те, кто подсоединился к нам в этот момент. Мы приглашаем всех вас. Давайте склоним наши колени. Вы, кто пришли и подсоединились к нам впервые, мы вас зовем о крови Иисуса. Господь наш Бог, мы взываем о силе, которая в крови Иисуса. Мы просим у Тебя прощения. Господь, обнови над нашими жизнями, наших жизнях благословение, общение Твоего Духа Святого. Дай нам, Господь, возможность прославлять Тебя и благодарить Тебя. Мы взываем к Тебе во имя Господа Иисуса. Аминь. Я приглашаю всех вас присесть, и мы споем Господу псалом, омоем наши одежды. Омоем наши одежды в крови святого Агнца. Омоем надежды наши в крови святого Агнца. Когда Иисус придет, тот день великий и славный, мы все в одеждах чистых будем мир и радость иметь. Прославлено имя нашего Господа. Как чудесно прославлять Господа в хвале. И в этот момент мы попросим одного из пасторов, чтобы он прославил Господа. Господь наш Бог, мы славим Тебя. Поклоняемся Тебе за все то, что Ты совершаешь среди Твоего народа, за Твою благодать, которую сливаешь, за Твои блага, которые Ты являешь к нам, которые Ты даруешь нам. Славим Тебя за все во имя Господа Иисуса. Аминь. Да будет прославлено имя Господне. Это чудесно, быть в присутствии Господнем, петь Ему хвалу. Давайте прославим Господа, этого чудного Бога, еще одним псалмом хвалы. Ты самый прекрасный, Иисус. Благодать на языке Твоем. Я посвящаю Тебе мою хвалу. В этом псалме поклонение. Припаяшься мечом Твоим, герой. Славой и величием. И силой научи нас истине и правде. Аромат Твой изливается. Кассия, мир и алоэ. Твои очи сияют любовью и ведет меня верою. Трон Твой, о Царь, он сила на веки веки. Ты возлюбил истину
однако ненавидишь зло. Услышь, дочь моя, посмотри внимательно, говорит твой Спаситель, и поклонись предо мною посему, и поклонись Богу твоему в любви. Невеста моя, что ожидает небес, одежды золотые тебе дарую. Ты прекрасна и верна. Во славу мою я тебя заберу. Одежды твои вышиты чистым золотом из зафира. И имя твое воспомянется. Я хочу, чтобы ты был здесь со мною. С радостью и в славе. Верные последуют за тобою. И в песне победы. Во веки прославят тебя. Аллилуйя, слава Иисусу! Мы прославляем нашего Господа, нашего чудного Господа. И мы приглашаем наших детей, наших подростков. Давайте споем вместе с вами псалом хвалы Господу в этот момент. Ходите в моем присутствии. И я вас поведу. Ходите предо мною. Ходите предо мною, я вас поведу. И вас приведу в чудесный сад. Туда, где радость и мир царят. Жажды и голода вы не будете ощущать, ибо вы питаетесь хлебом жизни. Ходите предо мною, и я вас поведу. Ходите предо мною, ходите предо мной, я вас поведу. И мой Дух Святой поведет вас в небесную отчизну. Проблемы, испытаний там не будет уже, ибо вы будете вместе с вашим Царем. Слава нашему Иисусу! Слово Божие говорит нам, что из уст младенцев и грудных детей выходит, исходит истинная хвала Господу. В этот момент один из наших пасторов прославит Господа. Господь наш и Бог, мы славим Тебя за все, что Господь совершаешь. За твою, для Твоей церкви, тех, кто боятся Твоему имени, тех, кто уповает на Тебя, Господь, мы ни в чем не нуждаемся. Господь, мы возносим Тебе нашу благодарность, потому что Ты Бог вечный, и Ты заботишься о тех,
кто славят и прославляют Твое имя, ибо Ты достоин всей хвалы и всего поклонения. Господь, прими нашу благодарность за все блага, которые Ты уже даровал нам во имя Иисуса. Аминь. Слава имени нашего Господа! Так чудесно слышать хвалу имени Божию. Мы приглашаем всех в этот момент. Давайте откроем наши Библии, Слово Божие. Псалом, книга Псалтырь, стих 115, глава 115, стих 12. «Что воздам я Господу?» Псалом 115, стих 3. «Что воздам Господу за все благодеяния Его ко мне?» И слово это, которое Господь даровал нам, оно приносит нам учение, чудесное, славное учение из вечности. Псалмист, он спрашивает у себя самого, «Что могу я дать Господу за все благодеяния Его ко мне?» Потому что Господь наш Бог, Он является Господином и Хозяином всего. Он сотворил все. Что мы можем воздать этому Богу, Творцу? Когда мы хотим угодить кому-то, кого мы любим, мы хотим дать что-то человеку, что он будет использовать, или что обрадует его. И псалмист говорит тогда, говорит, «Господь совершил многое в моей жизни. Он дал мне спасение, дал мне утешение, Господь даровал надежду, Господь дал новую жизнь». И теперь он хочет воздать Богу, отплатить Богу чем-то, что Господь, чему Господь возрадуется. И в стихе 4 Слово Божие говорит, «Чашу спасения приму, и имя Господне призову». Имя Господне призову. Господь открыл ему, псалмисту, что то, чего Бог желает от нас, что мы можем сделать, чтобы прославить имя Господне? Мы ничего не имеем. И все, что мы имеем, это то, что Господь открыл нам, и Господь желает хвалы Ему. И Он приносит Господу жертву хвалу в стихе 8. И имя Господне призову, хвалу из сердца, которое было искуплено великой любовью нашего Господа. Я встретил чудную любовь. Любовь, что исцеляет боль. Что раны исцеляет. И в жизни дает смысл. Что согревает душу. Что утешает и успокаивает сердце удрученное. И дарует ему мир. Истинную любовь я встретил в Тебе, Иисус. Она явилась мне, выразившись там, на кресте. Любовь прекрасная, чистая. Любовь такая искренняя. Ее невозможно измерить.
и невозможно сравнить ни с чем. Это несравненная любовь. Она повела Иисуса к смерти, невинной смерти на кресте. Эта любовь сильнее, чем сама смерть. Она спасла меня. Как мне возблагодарить за эту любовь? И как мне выразить в словах, Господи? Благодарность за Твою жертву на кресте за меня, грешника. Момент, в особенный момент мы услышим пасторское послание, выражение любви, заботы наших пасторов к своим стадам. Пастор Жанаир Алвес де Лима из города Экопоранга, штата Эспириту Санто. Возлюбленный, мир Господа Иисуса, с радостью приветствую всех возлюбленных во Христе, зная, что наше братское общение консолидируется в любви нашего Бога. Мы приносим Господу наши молитвы, чтобы Он сохранил любовь в наших семьях и даровал нам переживания со Своим Духом Святым. И мы благодарны Господу за уверенность в том, что все наши братья испытывают на себе благодать нашего Господа Иисуса Христа. И в заключение хотел бы передать особое приветствие нашим возлюбленным молодым братьям и сестрам, нашим малышам и подросткам, которые приносят радости церкви со своими молитвами. И также особую любовь выражаю нашим старцам. Я скучаю за всеми вами во Христе Иисусе. Да будет прославлено имя нашего Господа. Слава нашему Господу. И наши сердца наполняет радость, когда мы слышим пасторские послания, когда пастора выражают свою любовь, свою заботу к своим овцам, к своим стадам. И в этот момент мы подошли к концу. Я хотел бы пригласить всех, кто может. Давайте встанем на наши ноги, давайте закроем наши глаза и прославим Господа. Наш Бог, мы славим Тебя за все блага, которые Господь даровал нам. Благодарим Тебя, ибо мы ни в чем не нуждаемся в Твоем присутствии. Господь, мы просим Тебя, прими это служение на алтаре Твоей славы, ибо мы молимся во имя Господа Иисуса. И благодарим Тебя и молимся, благодать нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа, великая и вечная любовь Бога Отца и общение и утешение Духа Святого да будут со всем народом Божиим сегодня и во веки. Аминь. Возлюбленные, можете присесть. Те, кто с нами впервые, и мы благодарны за ваше присутствие. И для всех тех, хотели бы напомнить, что для всех тех, кто проживает на территории Бразилии, есть номер, который сейчас проецируется на экране, 0800-707-3076, по которому те, кто живут в Бразилии, может позвонить
и получат ассистенцию пасторов. Bye-bye.